Приветствую вас, драгоценная церковь, народ избранный, народ Божий, искупленный во Христе, слава Богу за вас. И это слово на каждый день, и я хочу снова ободрить вас. Господь через пророка Исаию говорит: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли проходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». И действительно, если ты отдал свое сердце Богу, если ты принял его в свое сердце, то он тебя назвал своим, ты его, и он будет защищать тебя всю жизнь твою. Аминь. Благословляю вас во имя Иисуса Христа.